Parlo slow, to the press. Как сложно было противостоять японцам, вообще какая школа в Польше юристская? How difficult it was to counterstand the Japanese person? Yeah, it's difficult because he's world champion from last year. But if we are very aggressive, we can fight. Just breathe up. Тяжело, конечно, противостоять чемпиону мира, потому что японец чемпион мира. Но если ты агрессивно борешься, агрессивно, то можно и кое-что делать. Yeah, because when we do what Japanese guy wants, he can throw very easy. But when we don't do what he wants, it's much better. Когда он выводит тебя на такое положение, когда он занимает руки, они это делают легко броски. Но когда ты не делаешь этого, то тогда ему тоже тяжеловато это делать. То есть ему неудобство доставил все-таки. So it was a little bit inconvenient to wrestle with the Japanese. Yeah. Встать тогда 10 и делаешь. И как вообще польская команда выступает? Есть человек? And what about the Polish team? How are you just in general here? The girl from my teammate win one fight today and she will continue. Значит, одна у них заезд выиграла сегодня одну схватку и будет продолжать. Все, спасибо большое.